Здравствуйте! Это заключительный ролик с того вайпа и самый окупной на канале. С вас, как обычно, лайк, и если вы истинный растер, то подписка. Перед просмотром хочу вам предложить поучаствовать в розыгрыше, который проводит сервер RustRiz. Все об этом есть в описании, так же как ссылки и коннекты. А пока их сервер. Заранее приятного вам просмотра. Что если я скажу тебе о том, что мы создали стабильную и оптимизированную классику, на которой кланы, малые группы и обычные соло-игроки фармят яблоки для победы в наших турнирах? Приходи посмотреть. Коннект в описании. Мы бежали с гранатами и оружием через всю карту на север в зиму. Спустя несколько дней после вайпа мы наконец добрались до рейдов и были готовы к ним приступить. Первая наша цель была окупиться, и находилась она в зиме. Вот прям под камнем аккуратно, вот куда я смотрю. Ух ты. Маленькую, где-то небольшого рейда. Бат, веди, чё тут? Ух, понял. Понял? Чё? Ну, относительно. А, поднимаю, Ваня, сразу вперед убегаю. А ты думаешь, я успею? Успеешь. Не, я так прикидываю. А, ну слушай, тут ящик чекай. За корову идите. Не, так далеко. Меня только не киньте, пожалуйста. Меня положили... А, поднимешь его? Я умер. Я сгорел. Она на этом. Золотая тут в сундуках лут есть. Алло. Нормальный лут. Надо еще ящики будет ставить. Ой, это по мне. Да-да-да, прям нормально. Да, только у меня гранаты уже заканчиваются. Вот сейчас нормально. Все. Ваня, а последней гранатой. Турели были разбиты, мы забились лутом и полетели в кибитку скидывать то, что валялось у хозяев на улице под прикрытием их турелей. Чуть-чуть давай, оп. Не разбейся, пожалуйста. Где кибитка, я потерял? Назад, разворачивайся на тебя. Вот, где мне. Аккуратненько, Ваня. Надеюсь, корову чините сразу. Потому что у нее мало хп. Чуть правее, Ванечка. А есть дерево немного? Что там? Это посаживаемся. Отлично. Ну короче. Давай вот в эту вот, вот сюда. И потом ракетами ближе к верхний угол. Еще. Не разрывай, да. А, тут вообще квадрат. Тогда. Ну все там должен быть уже центр. Влево, вправо? Давай вон вправо этот. Угу. Как раз. Вот фишка. Вот, две ракетки. Ну... На вас корова летит, знаешь, пацаны. Показываю там. Вперед. Садочный полос. Да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Что-то тебя зашатало на стене, да. Не-не-не-не. Хвостом задеешь. Четыре из пяти. Оба. Еще и наверх вышел. Все. Или не надо? Не надо. Не надо. Ну что там? Там вроде лут. Там лут. Но непонятно как-то. Это странно. Пусто? Какая-то не основная. 600 МВК. Фулл сундука. Но пусто. Бура. Камень. Буры. Строчка буров. Сверху не плавлено. Так, еще сейчас... камень. Ну, что-то ну, это не то. Направо надо прорваться, значит. И которые вниз будут постоянно. А ракеты ты взял? Да, я сделал того. Да, у меня одна есть. Еще гараж. Магазин. Ставьте, давайте сразу просто забьемся, чтобы... Нет, подсади, там... стой, не ставь. Я все равно еще бить буду, подсади просто. Да-да-да. Сейчас надо решать, либо по гараж, либо все-таки в стену. А да, все равно в стену гаражка тоже будет коцаться. Угу. Фулл сундук патрон, почти фулл. В основном, правда, ну не, все равно неплохо. И ракетница с одной скоростной ракетой. А сколько у тебя ракет? Ну, еще 9 есть. Если есть пистолетные, можешь скинуть. Еще буры, 2 штука, бензопилы, ну короче, это хрень. Так, вот это вот ловите кому-нибудь.
Это не нычка, слышишь? Пусто. Нет, давай. У, ящик компонентов, да. Сверху, чип спит сверху. Full MVK. Не убивай, не убивай, не убивай. Да, full MVK. Два третьих верста. Подсадите? А нет, отойдите. Для парня скажите, как полететь. А зачем? Сюда ж бить будем сразу. Косарь ткани. 750 топлика, еще металл. Там есть варик? Не сегодня. Турель. Турель. Тихо. Рабочая турель. Я... Тихо, тихо, Вань. Я аккуратно, я аккуратно. Слышите, тут какой-то бомжара пришел, которого я убил. Ну, туда зарейжу вот этот дождь. А чем? Понятно. Она не сюда, кстати, смотрит. Ну, так мне надо бахать. А есть хавка? Сплэшем. Подожди, зачем сплэшем? Скоро прилетите, типа, я из дома сейчас не смогу выйти. Он сидит там, скорее всего, с говном. Пулемет? Пулемет, кстати. Да. Сейчас горишь. Не. Поднимите? Я не горю. А, понимаю. Это пулемет? Не, действительно. Она отвернулась. Поднимите, пожалуйста. Ты убил его? Это кто с ларки сейчас? Это не мы. Это не мы. Это я эти... думал, это ты. Нет. О, они сейчас родить придут. Под хаты. Уходи сразу, уходи. Так, знаете, два человека чекайте. Там где-то 8 иксы, 16 иксы были. Кому-то болт надо, вот на болт возьмите. Было. У меня болт есть. Полетели. Скажите, когда подлете будете, я бегу с кибитки. В смысле, мы все умеем. Они бегают возле кибитки прям. Только по друг другу не настреляйте. Они меня сейчас будут выкашивать стараться. Я просто вас поднимаю вверх. Убегает вон. Вон убегает, да. Убегает, да? Да, да, да. Вон он. Его за ним Тавакин бежит. От кибитки куда? Хит дал сел. Ой, с этой. Убил, нет? Нет. Хитов. Убил. Информацию. На такой шум, конечно, не мог никто не сбежаться. Поэтому у нас под кибиткой стали появляться антирейдеры, которых мы, кстати говоря, легко расстреливали с вертолета еще только на подлете к нашей кибитке. Я тогда на дефе. Так, а че? Фонарик. Пулик на фул огненных. А, нет. Давай сюда. Ящик компонентов. Ящик компонентов, да. А дайте мне фонарики. А дай одну сишку. Дай одну сишку. Нет, у меня один только. Тут 66 хп всего, Лука. Все, разрыва йох. 22 хп. Бобовка взорвет, интересно. Так тут еще он. Да, почти. Посветите мне. Свечу, как могу. Это что? Это бобовка. Это мы. Бобовка? Да. Крайний метод пошли. У нас дома сачели есть. А у нас тут в кибитке две сачели лежат. Да. Нет, можно попробовать патронами добить. Обычными, не? Или вообще без ряда? Меня убили с калаша на дороге. На крыше я не увижу его? На крыше нет, никак нет. Пока мы пытались сломать люк, у нашей кибитки снова началось движение. Убили киловатта, пришли антирейдеры. Нависла угроза рейда нашей рейд-будки, где была оставшаяся наша взрыва и захваченный на тот момент лут. Мы решили вернуться и отбить атаку. Прям перед входом в кибитку. У меня 5 хп, сейчас умру, скорее всего, дайте мне быстрее отхил. Он за коптером, перед коптером, хер знает. Не знаю, я ракеты скинул сзади дома, запомните, с челики. У меня откат просто. Я никого не вижу. Вон там. 2-3 тычки дал. На все дырки. Его за кустами не видно. Давай. Мне теперь не высунуться, наверное. А, он потушил фонарик. Он хиляется. Но ваши тела тут валяются, не лутаны. Я не вижу его. Игорь, а ты что, сдох? Нет. Нет, Игорь, в спине у него. Ждите сейчас, он должен зажечь фонарик. Вижу. Свои зажгли фонарик или ты, Ваня? Это я зажигал. Я зажигал. Я около дома. А вот труп калашиста лежит. Ты а, я убил, блядь. Что ли? Старый. Старый, да, это он. Я думал, что я не убил. Блин, это было просто. Я чисто думал, а где все? Вот только что тут вроде трассе. Я тоже что-то не понял, то что, блин, что-то как-то долго. Игорь, у нас коптер сейчас ехал. Игорь, а как ты тут оказался? Почините коптер? Не, я перелез. Ну, одну ракету потратил, правда, но типа, ладно.
Антирейдеры были отбиты, и угроза спала. Убийство первого у меня не заснялось. Я убил его, просто пульнув ракетой, положив при этом и себя. Но каким-то чудом мне удалось встать и убить последнего уже на ваших глазах. На 250. Вот за елкой сейчас скрылся. Камон. Где? А почти коров. Вон, 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 тип на W. Вижу, направо побежал, на 330 где-то. Далеко? На 330? Ну нет, вот еще прям передо мной. Две тычки. У меня где-то рядом, вплотную. Одного убили. Второго тоже. Все. Все. Коптер ищите, где-то здесь коптер стоит. Наконец, последняя атака антирейдеров была отбита. За полученный сет и оружие, самое главное, коптер. Мы продолжили рейдить. Ну что, я возьму бурый на всякий случай. Левее, 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 там тролль. Справа. Да вот, нормально. Чё, ёхнулось? Я. Минус люк. А, лут. Кажется, полный лут. Подожди, не смотри без нас. Шо, как же первые эмоции на видо... На. Вань. На. Вань, молчи, молчи. Что? Подожди, что? Залазите, смотрите, просто смотрите. Слова от нас кинули, походу. Давайте сейчас черт, смотрите. Не лутайте, оставьте им, не лутайте. Надо еще вот эту будет гаражку выдолбить. Подожди, стойте, их привезите, привезите их, привезите их. Только не забирайте ничего, просто привезите их. Блин, патроны крафтятся. Ну это да, это конечно да. А, ну у меня эфки еще есть, в принципе. Он не взлетал у меня, давай погнали, киловатт взлетаем, значит. У меня тоже еще МВК есть. Так, давай, мы... Садись, садись. Вы сели? Да. Да, да, все сели. Нет. Еее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 ee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 e
есть. Что по сере? Сера? Это окуп, это лучше, чем сера. Там сера, скажите. Там экспа. Там строчка экспы. Строчка экспы. Нет, почти фу, ракет всяких. Сачели, разрыв тут. Это, наверное, мой первый такой окуп на классике, и эти эмоции на тот момент сложно передать. Хата зарейджена, и мы окупились. Все шло по плану. Мы перетаскивали весь лот домой на коптере и корове, сортировали и крафтили новую разрыву. Это еще было не все. Теперь был черед китайцев. Не вижу. Да вон за камушек зашел. 4 на 2. Надо 3. Было эти взять баррикадки. Вы идете со мной? Эй, взрыватели. Давайте скину регену. Лаваш, стой, на. На всякий. Залп надо пулять одновременно. Короче, бьем прям. Сейчас я поближе подойду, я вам покажу, куда бить. Да не парься. Упор, вставайте в хате и херачьте прям туда. Бейте. Бынч. Вот сюда. Там перекрестие камень летал. Я прям за себя. Вот сейчас отстрел выйдет нам. Да. Я смотрю, отстрел, отстрел. Там сразу же гараж. Гараж. Убил. Кого ты убил? Убил. Отлично. Там еще кто-то прыгает. Давайте металл. Давай, и теперь снова в металл. Все. А, или в дверь. О, давай. Печки, сундуки. Карты. О, это лут. Серьезно? Ну, много, да. Должно еще хватить. Еще ракеты дать? Зожник. Давай. Так, все, у меня ракеты кончились, у меня еще есть две сишки. А, убивай. Они сейчас выбегают с другой стороны дома, муттало. Да, он бы косячек все липнулся. Понял. А куда идти, я что-то не понял.
У них все, лут открыт. Да, да, все. Так нет, вниз надо добить. Я сейчас испугался. Открывайте металл вот этот, который вы видите. Так взрываю, да. Ты иди чекай, чтобы они не ушли, дурень. Все. Контрап, контрап, аккуратно. Да, да, я вижу. Help, 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 help. Идем. Там прям внутри. Убил. Слева. Слева откат, по-моему, нет? Это я, блядь. Чекайте, чтобы они не ушли. Там надо бы блуд, конечно, залетать. Вот он, да, вот этот вот там сидит. Где? Где? Ракету. Убил, нокнул. Еще один там антирачик. Еще один, да, антирачик. Я у них в луте. Перезаряжаю. Я вырубаю спальню огнем. Давай. Ну, это... Убил одного. Там они влево куда-то все поебывают. Да. Да, тут двери, тут двери уже надо открыть. Я смотрю, здесь вообще дверь еще не открывалась. Шкаф, 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 сломайте, чем угодно ломайте шкаф. Быстрее, сюда, ко мне один. Рейд был завершен, но мы снова подняли много лута. Китайцы пытались еще что-то унести наверх, но мы и туда прорейдили и забрали все до последней крошки. На этом видеоролик подошел к концу, надеюсь, что он вам понравился. Надеюсь, что вы оставили комментарий и поставили лайк, ведь это безумно продвигает ролики в топы и в тренды Ютуба. Также хочу сказать, что это был один из последних роликов на обычной классике или на модовых серверах. Теперь я перехожу на официальные сервера и уже следующий ролик будет с них. Я возьму небольшой перерыв и вместо 3-4 дней, как я делал это последнее время, выпущу ролик через 7-8 дней. Следите за всей информацией в моей группе ВКонтакте, все ссылки есть в описании. Ну а с вами был Лисов, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, увидимся в следующем видеоролике.